Доброе утро, друзья. Это у нас сегодня, 29 декабря 2012 года. Мы звучим на Финам FM 99.6 Москвы, Москве, либо онлайн на финам.фм. Также, напомню, возможности можете послушать нас в подкасте в удобное для вас время. Для этого нужно подписаться на ОНЫ и через iTunes, либо с того же самого сайта финам.фм. Меня зовут Максим Спиридонов. Гость этого выпуска Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам Mail.ru Group. Анна, приветствую. Добрый день. И Василий Гатов, руководитель Центра медиаисследований Лап. Василий, приветствую. Здравствуйте. Значит, коллеги, для вас и, как обычно, для слушателей, объясню контекст сегодняшнего выпуска. Это специальный выпуск. Мы не, как обычно, обсуждаем события недели. Мы в этот раз погрузимся в некую футурологию. В предыдущем выпуске мы подводили итоги 2012 года, говорили о главных событиях, которые формировали отрасль и влияли на Рунет, его пользователей, на нашу с вами жизнь в конечном счете. Сегодня, как уже сказал выпуск аспатрологии, это выпуск, посвященный предстоящему году. Мы будем говорить о будущем, о том, как будет развиваться рунет, как будет развиваться глобальная сеть ближайший год-два, ну, как будет развиваться вообще цифровое пространство. Я не устаю подчеркивать, что веб это на сегодня только некоторая небольшая часть всего того, что нас окружает с точки зрения виртуальности. Значит, мы подумали и выделили четыре, как нам кажется, важных направления обсуждения и предложили их нашим гостям для дискуссии и моделирования прогнозов. Темы, которые мы сегодня э, взяли для авторуческой программы, следующие. Будущий рынок интернет-рекламы, перспективы социальных сетей в наступающем году, пути развития интернет-СМИ и четвертая тема взаимодействия глобальной сети и госструктур в ближайшее время. На этом эпиграф можно считать законченным. Тема представлена. Начнем с беседы о будущем онлайн-рекламы. Благодаря активному внедрению технологии Real-Time Bidding доля медийной рекламы продолжает стабильно расти, продолжит стабильно расти. Также будет наблюдаться бурный рост мобильной рекламы. Кроме того, не исключено, что социальные сети, стремясь увеличить свою монетизацию, могут изобрести новые методы онлайн-рекламы. Уточню, что Real-Time Bidding — это технология показа рекламы на основе мгновенного аукциона. Анна, а что вы в Mail.ru Рассматриваете как главные точки роста онлайн-рекламы? Ну, на самом деле, я хочу сказать, во-первых, вот, что сейчас происходит с real-time bidding. Это классическая история, когда старые технологии опять вытаскиваются наружу и обретают новый смысл. Обретают новую обертку. А, Real тайм всегда существовал в контекстной рекламе и вот в такой текстово-графическом виде. да, То есть, и там на, на, наша система Target, собственно, обладает им и Яндекс.Директ, и Google Adsense. Там везде вот эта вот технология а, торговли за аудиторию всегда присутствовала. Сейчас... Ну, да, сам простой объяснение: RTB это использование технологии контекстной рекламы в медийной. Да, ну именно технологии не контекстной рекламы, а технологий а, аукционных. да, То есть есть в контекстной рекламе есть две составляющих. Во-первых, принцип показа баннеров а, по контекстному признаку. И, во-вторых, технология аукционная. Вот использование аукционной технологии, да, а контекстной ну, нет. Хорошо, окей. Если уж быть точным в терминах. А, ну, на самом деле, я не буду говорить про РТБ. Вы красиво сказали. А, не буду даже свое мнение, наверное, высказывать. Скажу какие-то еще точки действительно интересные. А, как нам кажется, в рекламе еще важная история. Это а, начинается продажа даже наконец-то, вот с прошлого года мы были, так сказать, пионерами и в этом году продолжим, по GRP, да, то есть это что значит? Это по Gross Rating Points продажи рекламы, как в, теле в телевизоре. Соответственно, и таким образом можно делать медиамикс, то есть единую рекламную кампанию на ТВ и в интернете, что важно, в общем, с точки зрения рекламодателя, с точки зрения удобства распределения бюджета. То есть вы заговорили на языке, понятном рекламодателю из э, телевизора? Ну, хорошо, я не буду говорить, хорошо, не будем про GRP для простых россиян. Будет больше видеорекламы, потому что приходит все больше казуальных таких рекламодателей, которые хотят показывать видеоролики. Будут видеобаннеры, будут хорошо расти приролы, ну, то есть все, что касается видео. Будет отдельно развиваться и бурно, естественно, реклама в мобильных и на планшетах как отдельное направление. Мы сейчас уже видим большое количество запросов именно вот на планшеты, да, потому что на мобильном телефоне все-таки большую красивую э, имиджевую рекламную кампанию достаточно сложно развернуть, а вот планшет это такое как бы приятное глянцевое диджитал средство для красоты. И действительно, я думаю, что скоро будет какое-то большое количество спецпроектов и специальных рекламных кампаний на планшетах. Если говорить из технологий из технологии именно таких вот показов рекламы, помимо РТБ сейчас на самом деле развивается очень такая, на мой взгляд, еще более интересная вещь, называется ретаргетинг. И динамический ретаргетинг. Если кто-то обращал внимание... И ремаркетинг туда же. Ну, ремаркетинг это, так скажем, более общее понятие, использующее ретаргетинг. Да? Ретаргетинг это применительно к рекламе. Что это такое? Это когда вы заходите на сайт Ламода и потом по всему интернету вас э, преследует баннер Ламоды, призывающий вернуться. А динамический ретаргетинг – это еще круче. Вы заходите на сайт Ламоды, просмотрели э, два, два, два платьишка и одни ботиночки, или даже положили их в корзину и по какому-то по какой-то причине бросили и ушли, таких достаточно много историй, тогда по всему интернету вас преследуют именно эти два платьишка и ботиночки. Я очень хорошо с этой технологией знакома на собственном опыте, потому что меня постоянно преследуют. Это очень эффективная история. Платьишка и ботиночки. Платьишка, ботиночки, туфельки, много чего. Василий, ваш взгляд на положение вещей сегодня в онлайн-рекламе и развитие? Ну, давайте так скажем, что перемещение real-time бидинг в область медийной рекламы это достаточно очевидное следствие наших роста наших знаний и возможностей в отношении биг Собственно говоря, как и ретаргетинг. И это такое. бигдейт для наших неподготовленных пользователей. Биг это такое общее название статистики по сверхбольшим массивом данных. То есть, просто чтобы было понятно, например, в течение одной минуты в российские пользователи рунета делают примерно, я думаю, где-то 16 на брата приходится, значит, ну, в пике дня делают примерно 2,3 миллиарда запросов. То есть в этот момент у них открыто, ну, мы не знаем сколько из них пересечений, да, например, 2,3 миллиарда страниц на наши 50 миллионов человек. Так. Чтобы эффективно работал тот же ретаргетинг, о котором говорила Аня, а уж тем более как бы реал-тайм-бидинг в отношении медийной рекламы, нужно видеть определенные соотношения между тем, какие страницы являются самыми популярными, на какие страницы идет активная миграция и так далее. Это штуки, которые не были бы возможно, если бы мы не научились работать с близким к реальному времени анализом вот гигантских массивов данных. На самом деле, абсолютно астрономически. Гигантских массивов данных о пользователях и их поведении. Поведении пользователя, да. да. Вот. И, условно говоря, то, что много лет назад сделал хал-вариант для Гугла, то есть вот знаменитая формула аукциона Гугла, просто как бы когда ты являешься хозяином площадки, как Google, да тебе вроде бы просто, потому что на самом деле вот эти соотношения, которые в этой формуле меняются, они типа контролируются тобой. А если они находятся в абстрактном интернете, то они не контролируются никем. То есть эти данные надо успеть получить, а это Туда-обратно они должны пройти. Тебе нужно соотнести их с данными о пользователе и его предыдущем поведении. Значит, кто-то должен тебе эти данные поставить, потому что ты сам автоматически их не можешь извлечь. Вот. А в результате, конечно, эффективность рекламы возрастает. Ну а выводы из этого всего, что подобным. Это мы, нас... это мы только, только, только начали ступать на территорию, где вот этот вот анализ бигдейта начинает давать результаты. Да? А набор данных этого бигдейта происходит прежде всего через механизмы социальных сетей в том числе. нет. то есть, то есть за счет нет, того нет, что нет нет? нет нет далеко нет. в основном так. в основ, в основном это на самом деле данные о ваших запросах. Поисковых и э, переходах на отдельные страницы. Ну, то есть, э, кто, 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 кто является провайдерами, аккумулирующими эти знания, поисковые системы прежде всего, или социальные сети прежде всего? Никто. Э, в смысле, не те, ни другие. И те, и другие, а также любая площадка. То есть любой интернет-магазин может э, такие данные поставлять. То есть, вы, когда то, что я вам рассказывала, ходите по интернет-магазину, вы совершаете какие-то mm -hmm. действия. Это тоже данные о вас. Если вы зашли в раздел э, детской одежды и долго смотрели долго ходили по страницам, где там девичьи платятся, это означает, что у вас предположительно есть ребенок-девочка. Это информация. Она, возможно, даже более ценная, чем что-то, что можно получить из социальных Просто, сетей. Просто, ну, можно, я Ань, перебью? например, там в Штатах, а, а, с точки зрения, например, получения кредитов, а, многие банки используют анализ вашего аккаунта в социальных сетях для того, чтобы оплють вашу кредитоспособность. Mm -hmm. Любопытно. А, причем а, точность этого анализа гораздо выше, чем стандартного скорингового метода, который, который есть Потому что на самом деле вы можете... А, вести, потому что ваш, соц, ваш соцобраз, а, он отражает ваше потребление и все Гораздо того, лучше, чем то, что вы о себе сообщите с точки зрения формальных доходов Из всего того, что сказано, вывод один То, что реклама будет а, все более а, таргетированной, все более нацеленной и все меньше похожей на рекламу все более умный. Все более умный. Базирующийся на собранных данных, которые будут собирать о пользователе не только поисковой системы, не только социальные сети, а вообще все, кому не лень. Большой торгующий брат смотрит за тобой. Ну, на самом деле... Или братья. Вот это вот вопрос, кстати говоря. Будет Я... ли это аккумулировано в каких-то точках силы или нет? Ну, смотрите, на самом деле, я, во-первых, хочу сказать, что вы все время говорите про социальные сети. Не хочу показаться, как-то говорить рекламу, но первым, кто научился в Рунете делать таргетинг по полу и возрасту, был, было Mail.ru, да, потому что у нас были эти данные именно из почтовых аккаунтов еще до, задолго до появления социальных сетей. А это раз. По поводу аккумуляции, вот такие ну, будут появляться именно рекламные сети. И, собственно, вот, например, Google AdSense это уже такая рекламная сеть. И Бегун в каком-то виде был ей, да, и э, Target, и Яндекс.Директ. Любая сеть может поставить э, свой код на чужие страницы и таким образом собирать данные. То есть это технически возможно. Если э, чем больше количество площадок поставит, э, ну, собственно, код этой сети, тем больше данных эта сеть собирает у пользоваться. Нам заканчивает этот, этот блок, поэтому коротко резюмирую. Итак, будет развиваться технология персонификации рекламы, анализ больших баз данных, будет развиваться реклама в мобильных устройствах и социальных сетях, что-то можешь добавить к этому? Видео, вы забыли. Видео, верно. Видео также будет, как и в телевизоре, и в интернете все более активно. Еще, и... Да, еще я бы добавил э, из того, что э, тоже заметно, это аугментированная реклама. То есть, которая свойственна определенному месту или определенным обстоятельствам. Окей. Через минуту поговорим о будущем социальных сетей, в целом и социальных сервисов. Итак, у нас сегодня 29 декабря 2012 года мы э, проводим некие резюмирующие параллели с тем, что было у нас сказано в предыдущем выпуске, когда мы подводили итоги 19-го года, и также пытаемся заглянуть в будущее. Ну и прежде всего пытаемся заглянуть в будущее, понять, что же будет у нас, что будет вести нас, что будет доминантой на рынке интернет-бизнеса с точки зрения пользователя в виртуальном пространстве, в цифровом пространстве, в мобильном вебе, в интернете и так далее. Мы продолжаем, как уже стало понятно, футурологический диспут о главных тенденциях. Настала пора вплотную поговорить про, собственно, социальные сети. Но прежде всего я скажу, что э, в гости этого выпуска и люди, которые дают свои комментарии к э, вот этому футурологическому прогнозу, это Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам Mail.ru Group, и Василий Гатов, руководитель Центра медиа-исследований RIA-Media Lab. Итак, собственно, про социальные сети. В 2013 году обострится борьба за пользователей с... С... социальных сервисов. Соцсети по-прежнему будут выстраивать свою экосистему, пытаясь стать для пользователя интернетом в интернете. Этот процесс затронет и нишевые соцсети, которые будут тянуты в серьезную конкуренцию с самым крупным сервисом Facebook. Предстоящий год может стать ключевым в судьбе Google+, который либо сможет прочно закрепить собой статус второй социальной сети планеты, либо в развитие пойдет по нисходящей, этот проект посинет судьба соцсети «Оркут». А есть вообще еще место под солнцем для новых социальных сетей? Или ближайшие годы нам предстоит провести с теми, которые мы нажили на сегодня? Такое есть, считаю. конечно. Есть. А откуда? Ну вот сейчас уже каждый более-менее созданный пользователь, он как-то присутствует и как-то виртуализируется в рамках выбранной им одной или нескольких социальных сетей. На самом деле я согласна с Василием. Место есть, и э, могу вот привести там пример из, условно говоря, вот нашего настоящего, переходящего в будущее, это Инстаграм. Выросла огромная социальная сеть, выросла, так скажем, на глазах у всех предыдущих игроков. У изумленной публики. Да, у изумленной публики. Выросла таким, как бы, изначально прикидываясь плагинчиком, который просто обрабатывает фоточки перед публикацией в Facebook, но на данный момент это отдельная экосистема, собственная, уникальная, и, ну, пересекающаяся, конечно, с Facebook, но имеющая, как бы, вот свое лицо. На самом деле забавно, что многие дети попали и ушли в Инстаграм. То есть дети вот возраста 12, там, 14 лет, они считают Фейсбук, это что-то, ну, на Западе, в Америке, естественно. У нас там одноклассников и ВКонтакте, они считают, что это что-то олдскульное, взрослое, какое-то компьютерное. А они тусуются в Инстаграме и общаются там бурно. Ну, очень забавно, я там проводил некие А Они но... сейчас имеют в виду вот американские подростки? Не американские, русские тоже. Я русские. находила, ну, такие колонии более обеспеченных детей, на самом деле, очень иногда страшно наблюдать, там дети знаменитостей, ну, и вот таких около богемной тусовки, ну, имеющие айфоны и вот все вот это вот понимающие, они тусуются в Инстаграме между собой, лайкают там фотки, какая-то красивая, на фоне, там, маминых, так сказать, богатств и постят свои мобильные телефоны, например, в открытом доступе, меняются там... То есть там достаточно несекьюрная история происходит, но вот я могу сказать, что они там сидят очень плотно. Видимо, это именно паттерн использования. У детей нет своего компьютера, возможно, но свой iPhone у них есть, и они с ним постоянно ходят. и Это уже а, вот меняет их сознание, да? Они сидят в социальной сети для мобильных телефонов. Но вот интересно, что взлетела одна социальная сеть в мобильных устройствах по-настоящему. Были и другие попытки. Была там и есть соцсеть PAS, например. Не сказать, что она состояла всерьез. Один из сервисов, который был фактически прямым конкурентом Instagram, Пикплиз, вообще прямой конкурент, ну, делающий ставку на Android больше, нежели на iOS, он просто закрылся, причем так громко. Его никто, видимо, купить не хотел. Ну, не один он был. Там последователей Инстаграма, было Довольно достаточно. Много. количество. Это я... был один из самых идиотов. Я, я поддержу Аню э, в том, что... Что да, будут возникать э, поколенческие экосистемы, э, то есть которые будут основаны на интересе следующих поколений. Каждое следующее поколение будет говорить: это соцсеть скучно, здесь да. родители. Да, хотя понятно, что экосистема такого размера, как Facebook с миллиардом пользователей, да, это тебе не, не фунт изюма. Не фунт изюма да? Со всех точек зрения, потому что у него огромный маркетинговый потенциал, несравнимый ни с одним конкурентом, у него огромный потенциал развития все равно остается потому что Китай для него закрыт, но Индия не закрыта, да, и Индонезия не закрыта. Никто не сказал, что Китай закрыт навсегда. И никто не сказал, что Китай закрыт навсегда. Вот, и следующая вещь, которую надо понимать, да, что есть еще проблема языков. Она продолжает оставаться, и для некоторых, некоторых языковых экосистем тоже, тоже есть потенциал, да. Ну, и не только языков, вообще какого-то менталитета, да. Mm. На самом деле, самое вот забавное, я нашла какой-то, вот недавно был все смеялись, какой-то американец нашел ВКонтакте и какой-то очень смешной обзор написал. Такой, да. вау, это мой родной Фейсбук 2006 года. Да, так... тот самый теплый да, ламповый Фейсбук. Да, да, теплый ламповый Фейсбук. И смеялся, в частности, над присутствием там подарочков, да, вот этих вот виртуальных, и говорил, что кто же дарит в 2012 году друг другу подарочки. Но на самом деле, а, а с другой стороны, что такого? Это некое проявление внимания. И у нас, например, ну, в, той, в тех же одноклассниках вся Россия активно дарит друг другу подарочки, причем это количество людей только растет. То есть там вот эта вот история с дарением, как проявлением внимания вот этими виртуальными подарочками, она отнюдь не выглядит умирающей, затухающей, да? Какие-то вещи отмирают, например, там в Одноклассниках когда-то были платные смайлики, их убрали, ну потому что это какая-то глупость, да? А вот эти подарочки, это наоборот достаточно сильно история, вот растет, я не знаю, видимо, в Америке она уже расти не может. А в России... Они платные у вас? Я не Они платные, да, они платные, там причем под них проводят куча всяких акций, там бывают, ну вот понятные праздники новогодние, там еще какие-то бывают, какие-то там вот улыбка года и еще что-то. То есть там много всяких вокруг этого истории, и пользователи очень с удовольствием в это играют. Вот, и еще, еще я добавил бы, что мы должны понимать, что с каждым следующим месяцем э, растет средняя скорость подключения. Э, а это значит, что в какой-то момент в соцсети прорвется видео частное, по-настоящему прорвется. То, что мы имеем сегодня, э, когда люди используют, там, положим, YouTube, а потом... Пере, переадресует ютубовскую загрузку там, в Facebook или ВКонтакте, или грузит ВКонтакте, потом переадресует на Facebook, это, 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 это вот так. Это вот я, я, через uh -huh. голову другое ухо. Вот. А, как только ЛТЕ будет массовым, даже ага. Страшно себе представить, что Ну, вы... вообще массовый ЛТЕ, он очень много изменит в расстановке сил в интернете. Это действительно так. Из коммуникации, и с информированием. Я на самом деле, честно говоря, вот тут не соглашусь, наверное, с Василием. Я не очень верю в видео социальные сети. Не потому, что скорости не хватает. Мне кажется, что видео, как и аудио, это очень сложный формат. Его, ну, простой пользователь не может генерить в большом количестве, часто интересное. И смотреть его долго и достаточно скучно. Долго То и есть... нудно. Долго а, и а, нудно повторяет ровно то, что журналисты говорили про ЖЖ э, в 2005 году. Ну, когда люди научатся писать заметки, чтобы они были интересны другим а, и, так и далее. они были правы. ЖЖ, собственно, получился узким нишевым продуктом, Нет, а он да никогда не, не стал массовым. Мы сам, же говорим сейчас на про сам, масс -маркет. На самом деле ЖЖ, ЖЖ в данном случае с маленькой буквы, но в целом, конечно, мы получили принципиально большее количество людей, которые способны внятно рассказать, что они думают, что они чувствуют, что они видели, чему они были свидетелями. Мне кажется, что это случилось потому, что был... Твиттером введен микроформат. И, э, в... Это совокупность вещей. Твиттер-то которые... и не ЖЖ как раз. Твиттер просто ввел такую моду, возможность. То есть он дал право писать тем, кто писать на самом деле не умеет. Он э, легализовал э, и сделал э, обретающим даже некоторую художественную ценность и смысловую ценность фразу «я пошел спать». Ну, а честно говоря, знаете, на самом деле, если вот копаться вот в этой истории, это же совсем не так. То есть, да, формально Твиттер дал право писать любой кухарке, но читают в Твиттере не кухарок. А на самом деле, Твиттер это платформа для трансляции своего мнения, открытая, да, не заточенная на взаимное фронтование и так далее, и в коротком формате. И в основном Twitter, в Твиттер не пишут, Твиттер читают. А, ну то есть интересно, то есть большинство людей, 90% его читают все равно, а пишут какие-то ньюсмейкеры интересные, у которых ну, вот, у кого много подписчиков, это все равно не те, кто пошел в туалет, пошел чаю попил. Интересное мнение Василия насчет, мне кажется, что Твиттер это некий задатчик моды, он сейчас не является ключевым, ключевой точкой развития, он просто показал, что можно писать, и дальше вот этот вот формат микро, микротекстовых сообщений, он ушел в другие социальные сети и показал, сделал некий такой шаблон представления себя через текстовую трансляцию виртуализации собственного «я». Но уже и вне Твиттера то же самое. Я думаю, что, во-первых, эта история не закончена. Во-вторых, я уверен, да, что мы еще увидим несколько всплесков и в Твиттере, и вокруг Твиттера, в смысле, в аналогичных сервисах. И, кроме того, хотелось напомнить, что Вейбо, китайский Твиттер, примерно в четыре раза больше. Мы ну, просто не знаем, что там происходит. Раз, то есть там 800 миллионов? Ничего себе. Не, ну, на самом деле просто китайцев очень много. Все очень просто. В мире много китайцев. У них всегда такие цифры, которые поражают воображение. Есть замечательный анекдот про кого-то из типа Клейнер Перкинса, из старших менеджеров, который слушает питчи в Пекине, и выходит питчер китайский, говорит, наша сеть рассчитана на микроскопическую долю китайского населения, имеющего доход более 1 миллиона долларов в месяц. Это примерно 23 миллиона человек. Сумасая да хер. ладно. Ну, на самом деле, в... я вот когда была в Китае, у меня вот потрясло, что на самом деле, вот, вы знаете, говорят, в России города-миллионники, да? Это сколько? Это, по 13 или 14, 14, городов сейчас считается. В Китае больше 100 городов-миллионников, ну, Просто вот, То есть в Китае город-миллионник, это небольшой город такого уездного, как сказать, значения. У нас осталось всего полтора минуты, коротко совсем. Давайте вот э, о следующем э, пласте. Выход социальных сетей из Рунета, где вот традиционно сложилось так, что э, у нас свои лидеры. Это редкость да, э, для языковых пространств. У нас есть ВКонтакте, есть Одноклассники. Э, у нас Яндекс есть, на самом деле, и Uh -huh. в кон да, это тоже другая Чем история. Сейчас... Uh, у нас много своего. Так вот, ВКонтакте с uh, амбициями международными uh, в будущем году и в ближайшее время, он uh, сделает скачок резкий за пределы страны или нет? Нет. Не сделает? ВКонтакте mm -hmm. не сделает, но, возможно, другие идеи Павла Дурова позволят ему проломить эту границу, но вконтакте нет. Ну, Она. я тоже не вижу причины сделать ему именно в следующем году, если он не сделал уже в прошлом. То есть максимум это могут быть какие-то проникновения вот в ближайшие страны, но что и так происходит, да, там бывший Советский Союз и там немножко дальше, но не какой-то вот глоб глобальный скачок. Угу. Ну и коротко совсем, профессиональные социальные сети будут расти или нет? Они растут и будут расти очень сильно. Это другой сегмент, то есть будет получаться деление на личное и профессиональное, да? Да, и по интересам еще надо добавить, да? То есть не обязательно, ну, например, там научные социальные сети, типа Академия ИДУ, там и так далее. Они, конечно, сейчас на огромном подъеме. Окей. Продолжим специальный выпуск программы с прогнозами будущего глобальной сети и скорости поговорим про пути развития интернет-СМИ. Итак, продолжаем. Доброе утро, друзья. Снова. Это программа Уронат сегодня, 29 декабря 2012 года. Мы в рамках специального выпуска говорим о тенденциях развития онлайна, глобальной сети цифрового пространства, о направлениях движения, главных тенденциях в онлайне. Напомню, что меня зовут Максим Спиридонов, и гость этого выпуска Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам Mail.ru Group, и Василий Гатов, руководитель Центра медиаисследований Риа Медиа Лаб. И у нас очередная тема – это ближайшее будущее интернет-СМИ. Мобильные версии интернет-СМИ, а также их приложения для планшетных компьютеров будут активно развиваться в предстоящие годы. Продолжится тенденция к конвергенции между средствами массовой информации и социальными сетями, которые останутся основным каналом трафика для сайтов онлайн-сМИ. Этот процесс придет к потере прежнего значения главных страниц сайтов новостных изданий. Продолжатся эксперименты в области создания СМИ, построенных на базе контента, создаваемого самими пользователями. Кроме того, все большее значение станут приобретать нишевые и узкоспециальные медиапроекты. Форма предлагаемого материала будет дрейфовать в сторону все большей визуализации. А значительную часть контента интернет-сМИ станет составлять видео и инфографика. Василий, тема полностью ваша. А, насколько вам кажется, вот это вот а, резюме, сделанное нашей редакцией, а, похоже на реальный прогноз? Э, ну, в целом, э, можно сказать, что все правильно, кроме того, что социальные сети никогда не станут основным каналом трафика для СМИ. Но сегодня очень многие у нас ресурсы получают львиную долю трафика оттуда. Ну да. Максим, нет и нет и нет. Хорошо, отраслевые. Значит, давайте я так скажу, что... Кстати, тот самый Риэм, помню, разговор с одним из ваших топ-менеджеров в... У Ре в идеальных случаях, то есть в моменты, в моменты бешеной активности, да, когда люди мощно обсуждают, доля соцсетей доходит там до 18%. Но это... Но это точно небольшое. большинство. это очень много, И Это сказать. очень много, да. И это благодаря тому, что Рия обладает практически стопроцентным покрытием. У Рия есть аккаунты практически в любой соцсети, которая существует, включая крайне экзотические. Так что соцсети по своим основам, ну, по своей философской основе, не могут быть основным источником трафика. А ибо, ибо люди, отношения СМИ с людьми построены на основании брендов лояльность к бренду обеспечивает возврат к нему время от времени или регулярно и так далее что точно будет происходить это вот и я считаю что это наверное одна из главных опасностей для традиционных уже теперь традиционных интернет-СМИ давайте назовем mm -hmm. это так вот это агрегация на девайсе то есть, когда ваш девайс, ваш мобильный телефон или планшет э, следит за вами, следит за вашим медиапотреблением, э, и через приложение, аналогичное флипборду, или э, э, ну, флипборду, прежде всего, подбирает контент в соответствии с вашими интересами и вашим, вашим фокусом внимания и так далее. Именно девайс, не сервис какой-то в облаке находящийся, а искусственный интеллект, содержащийся в вашем... Ну, то есть, это будет размывать значение бренда новостного? Угу. Вот. Ну а почему не социальные сети? Сейчас то же самое происходит в социальных сетях, через девайс, не через девайс. Нет, я получаю что, ленту. Потому, того, давайте, того, давайте, что давайте, давайте, давайте скажем прямо, ваше медиапотребление может быть каким угодно. Ваш внешний образ, как медиапотребитель, может, что вы читаете газету Нью-Йорк Таймс ведомости и. Э, и там не знаю, журнал. И почему такой-то желтый таблоид? Нет, и журнал какой-то очень приличный. А на самом деле вы смотрите порнуху, читаете газету Жизнь и, э, и какой-нибудь госип-сайт про. Германию, да, как бы, там, даже не бильд, а какой-нибудь блок на бильде, да? Так. Вот. А, так вот, смысл в следующем, что вы не хотите отдавать эти данные никому, кроме вашего индивидуального устройства. Вы хотите, чтобы ваш медийный образ в соцсетях оставался, что вы читаете «Нью-Йорк Таймс», «Франкфурт Альгемайна» и так далее? Мне кажется, то, про что ты сейчас говоришь, это такое особое извращение, доступное очень маленькому проценту аудитории. Вы зря так думаете. Мы анализировали ряд странных... Ну, дело в том, что сайт как бы, он подслушивает пользователя, да? Признались. А, ну, мы никогда не скрывали этого дела. Подслушивают в смысле, что он смотрит, куда человек пошел, что он сделал, там и так далее. А, вот, они, они сами разрешают нам это. А, и а, мы видим, да, что люди очень часто уходят на ресурсы, про которые мы ничего не знаем, да? Просто ну... потому, что это очень специализированные, чаще всего ненормативное медиапотребление. Да, но у нас совсем не так. <laughs> у вас не уходят на такие ресурсы? Нет, ну, на самом деле, честно говоря, я, наверное, не открою как бы большого секрета. Если посмотреть вот такие главные перемещения воздушных, вернее, пользовательских масс в интернете, они перемещаются вот между... Ну, вот мы смотрим, именно большие проценты, они перемещаются между гигантами. Вот Mail.ru, Одноклассники, ВКонтакте, там какие-то Яндекс. То есть прям видно, что если смотреть рефереры с Mail.ru и на Mail.ru, откуда пришли на Mail.ru и куда ушли с Mail.ru. То есть это большинство людей там, то есть реальные проценты там 30-40 это ВКонтакте, например, и ушли, например, тоже столько же много на ВКонтакте Яндекс. То есть на самом деле вот гиганты, они держат достаточно большое внимание аудитории, и люди так вяло между ними Плавают. Иначе они не были бы гигантами, если бы ну, они Ну, наверное, не, да. Не но я вот его. просто это вижу. Естественно, Василий может быть говорит об анализе хвоста. Хвост, конечно, длинный. Но вот именно если говорить про большие цифры, это так. Я, наверное, тоже, может быть, скажу какое-то свое мнение про СМИ, хотя я, наверное, не такой большой в этом специалист. Интересно так, как раз Василий... с позиции э, того, что ты наблюдаешь, потому что Василий специалист именно... Ну, в, да, в СМИ, него... а ты по коммуникационным сервисам больше. Да, у него немножко такая позиция больше все-таки отстаивающая СМИ. Я, честно говоря, с тобой больше согласна в плане э, перетока внимания. В социальные сети. Я как не большой, ну, не специалист в СМИ, который не занимается этим регулярно. Я практически не читаю никакие СМИ. Ну, наверное, я читаю ведомости и главную страницу mail.ru, потому что она у меня всегда перед глазами. Но это нельзя сказать. Это как раз такой тоже агрегатор, да, no name. И меня вполне устраивает поток информации, который я получаю из социальных сетей соответственно, в ну, вот какое-то количество моих друзей формирует мою новостную картину. Иногда я что-то слышу еще по радио, собственно, и тоже ищу новости в интернете просто по поиску. Да, конечно, я ну, продвинутый пользователь, я знаю название площадок, то есть когда я уже по поиску нахожу, я действительно ориентируюсь на бренд. Да? Я смотрю, что вот, если это Лента.ру или если это РИА, или если это ведомости, значит, какой-то приличный источник, там будут, будет информация хорошо подана. Но... Тем не менее, мало на кого я хожу вот руками специально. А, из интересного, я думаю, что вот что, ну, действительно интересно, это вот то, что Василий начал обсуждать: это а, перетекание тоже вот СМИ в, в устройство, во-первых, да, то, что СМИ должны ориентироваться на то, что, а, как потребляют их контент в мобильном устройстве. Возможно, это какие-то короткие summary, да, возможно, это вот, а, надо развивать тему read it later. Да, ну, как сказать, отложенного чтения, ага. когда ты, например, в большом вебе ты можешь, как я вот делаю, сохранять себе э, контента, а потом в мобильном телефоне его где-то прочитать, когда у тебя есть время, но плохой интернет. Ну какие-то вот такие вещи. И еще важная одна вещь про собственно СМИ, но ну, это вот то, наверное, чем занимается Василий, это мультимедийность, да, потому что раньше мы почему-то воспринимали, что ну, вот как бы газеты и журналы идут в интернет. И вот они там пришли, значит, и пишут новости и сопровождают это все картинкой. А на самом деле сейчас вот э, сайт онлайн-СМИ это и газета и, соответственно, одновременно и видеопортал, как минимум, да, то есть там вот начинается именно медиа такой, как бы, мультимедийная история, то есть, в принципе... Конвергенция форматов. Да, да, то есть, как говорили там, я тоже читал какой-то там большой специалист в медиа западный, он говорит, что там Журналист должен сейчас, ну, вот обычный журналист СМИ, он должен уметь писать в нескольких форматах, делать много вещей. Он должен писать. Ну, я можно я вмешаюсь? На самом деле, тут это история про универсального солдата, который может работать в нескольких форматах. Это любимая любимая тема да? На самом деле, ну это, и да, это хорошо, если человек это легко дается, это плохо, если человек не может, не может перестроиться, да, потому что на самом деле а, мы, мы, не улучшаем его средний показатель, а ухудшаем его хороший показатель, да, ну, то есть выравниваем происходит по низшей возможности, а не по высшей. Сейчас речь о журналисте, который о журналисте, работать да, в низких форматах. Вот. Но другое дело, что вот вопрос о том, что надо писать в разных форматах, в том числе и в разных форматах длины, текста, да, или там длины сообщения. Да. Вот здесь э, развитие искусственного интеллекта сильно вмешается, уже вмешивается очень сильно, э, потому что уже появились сервисы, которые производят для вас как бы э, автоматизированную выжимку. Какой то школьник получил да, миллион да, долларов да, да, да. инвестиций э, э, в Америке? Э, вот есть, есть, есть. Я, к сожалению, просто не пытаюсь вспомнить его фамилию, но он сделал приложение, которое берет, оно читает, как бы огромную массу текстов делает короткие рефераты, причем сжимает их там до нескольких фраз. А через какое-то время подобные сервисы, скорее всего, станут а, а, таким почти, почти философской основой новых медиа, потому что времени у нас станет все меньше, конкуренция за наше время все выше, и тот, кто первый скажет, вот смотрите, я вам дал сообщение, которое, если вы захотите, начнет разворачиваться, вот как оригами, да, такое типа. Вот оно такое, когда, а потом ты делаешь, раскрываешь его, и оно превращается в, в гигантский бесконечный. Осталось мало времени, нужно резюмировать. Значит, то, что мы сказали, буквально следующее: интернет-СМИ будут поставиться под пользователя по формату материала, по его размеру, хронометражу длине, активнейшим образом слушая его. Все-таки точка сборки внимания во многом, вот мне кажется, будут. Социальные сети, может быть, это будет там 20-30%, то это важная точка сборки внимания. И именно через них пользователь будет получать информацию и переходить на сайты СМИ. А может быть, даже не переходить, как мы знаем, такие ситуации тоже имеют место быть. То есть просто информироваться внутри социальной сети. Социальные сети это киоски, понимаете? Это то же самое, что киоски для бумажных СМИ. Вы не обязательно купили тот или иной журнал, но вы всегда увидели. Пробежали глазами заголовки. Понятно. И вот еще момент, который мы не обсудили. Сейчас есть тенденция, то, что страницы социальных медиа в социальных сетях становятся, собственно говоря, СМИ. Да, вот они сами по себе уже, и нет другой точки то есть некуда выходить. Есть страница, где там картинки или тексты вот насколько эта тенденция, с вашей точки зрения, Василий, будет развиваться: не умрут ли со временем вообще сайты медиа, не уйдут ли они всеми редакциями сидеть в страничке? Я на тут сейчас любимую тему Дмитрия Гришина. а API убьют всех. Любые финальные лендинг-пейдж будут убиты API, application program interface. Потому что на самом деле, через какое-то время люди будут создавать собственные как бы, финальные версии СМИ несколькими нажатиями клавиш. Для того чтобы это сделать, нужно им, им дать интерфейс для этого. Ну то есть в смысле, чтобы их мобильный телефон знал, как забрать новости с Mail.ru, с Ре, видео с YouTube, В общем, и... новостной поток шутки с анекдотру. одним словом. Хорошо, после выпуска новостей мы продолжим разговор о будущем глобальной сети и затронем <свят> болезненную для вот эту тему государства и интернет. И снова доброе утро, друзья. Рунет сегодня, 29 декабря 2012 года. Мы звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на финам.фм. Также напомню о возможности подписаться на подкаст программы. Это возможность не пропустить ни одного эпизода. Сделать это можно либо через iTunes, либо через снова сайт.финам.фм. Напомню, что в студии Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам Mail.ru Group и Василий Гатов, руководитель центра медиа-исследований ReaMedia Lab. Вместе со мной, меня зовут Максим Спиридонов, мы обсуждаем, так сказать, пос... обсуждаем важные тенденции, которые сформировались или формируются сейчас с точки зрения развития цифрового пространства, социальных сетей, интернет-бизнеса. Ну, в общем, вы поняли. Виртуальности, которая постоянно становится нашей с вами реальностью. Это специальный выпуск программы сегодня». Значит, последнее, но не по значению, о чем будем говорить в этой передаче, это влияние интернета на власть и власти на интернет. В следующем году продолжится курс на ужесточение контроля за интернет-пространством со стороны отдельных государств и международных структур. Правительства ряда стран предпримут попытки локализовать всемирную сеть на законодательном уровне путем расширения собственных полномочий, выделенной им доменной зоне. Не исключено, что также будут вводиться ограничения на использование таких средств сокрытой информации о пользователях сети, как анонимайзеры аноним аноним и прокси сервера. Означает ли это, что свободы в интернете будут зажимать, или происходящий проц процесс, скорее естественный, необходимый для упорядочения стремительно растущего, растущей виртуальной среды? Как вы считаете, Василий? Я считаю, что зажимать будут пытаться. Эффективно это сделать не удастся. Ну, то есть, э, будут пытаться сжимать, а среда будет это, сопротивляться этому. Просто, чтобы было понятно, Китай может позволить себе то, что у него есть, только потому, что это вторая экономика мира. Вторая экономика мира, в которой живет еще, к тому же, 1,6 миллиарда человек. И где, мы выяснили, больше 100 городов-миллионников. И то, что Китай на самом деле строил инфраструктуру интернета изначально, предполагая, что он будет его фильтровать. Как прозорливо, кстати. Ну... Тоже надо сказать, что, что, что вот был была прекрасная TED-лекция э, Майкла Эя, да, который как бы создал Вейбу в свое время, э, о том, что на самом деле за фаерволом, то есть там, где мы не очень можем видеть во внутреннем китайском как бы, пространстве, происходят э, тоже вполне себе социальные события, вполне себе гективизм присутствует и так далее. Ну, и, там... политич... и политическая дискуссия есть, и просто она специфическая, она очень странная, она не очень не похожим на те, которые нет, есть. там достаточно сильно фильтруют действительно фильтруют прям там на каждое вот это вейба и там qq тоже имеет там свою альтернативную вейба а сидит реально 500 модераторов реал-тайм и как бы по ключевым словам ловят какой-то но пользователь не... хитрее Естественно, 500, пользователи да. умеют хитрить, но я просто говорю, что масштабы к фильтрации и, так скажем, модерации достаточно сильные там приложены. Вот. Это правда. Вот. Но, но когда мы говорим о, например, Рунете, то давайте э, мы можем сколько угодно рапортовать о том, что мы там главное интернет-сообщество Европы, да? но с точки зрения размера и подлинного контроля за э, институтами как бы поставки контента на наш рынок маленький. маленький. В глобальных масштабах. Угу. Ну и какие выводы зато можно сделать? То, что нас никто не будет трогать? Нет, не в этом дело. В том смысле, что, что методы установки контроля в данном случае могут носить такие характер кавалерийских набегов на вот как, как в этом году, на сайты, на определенных, на определенных провайдеров, на определенные отношения, да, на самом деле, если до последнего времени чемпионом по снятию роликов с YouTube являлся далеко не Китай, а Соединенные Штаты Америки. Там суды регулярно принимают решения о снятии того или иного материала с YouTube. Возможно, учитывая недальновидность наших судов, мы будем оспаривать это место у Соединенных Штатов. Но для этого нам суды немножко надо улучшить. Ну, а потом у нас странные вещи... Образовать происходит не только в интернете, то есть, например, то, что мы видим с концертами там Леди Гага и Мадонны в Санкт-Петербурге, это вообще никакого отношения к интернету не имеет, да, то есть вот какие-то ужесточения контентного характера, они пытаются, вот как Василий говорит, произвести кавалерийскими, кавалерийские набеги в разных сферах нашей, нашей жизни, не всегда связанных с интернетом. Может быть, нам, как интернет-деятелям, иногда кажется, что все внимание обращено только на нас, а это далеко не так. Но систематически вот правда, да, как бы IP сети они так устроены, что э, свобода конечного пользователя в них предусмотрена на уровне математики и его равноправие со всеми остальными это придумали Боб Канн и Винсёрф потому что э, нельзя было сказать что компьютер стэнфорда важнее чем компьютер принстона или компьютер гарварда важнее чем компьютер э, беркли да поэтому изначально в базовом варианте интернета тот который под который писалось протокол TCP/IP, они равны вот и все при прочих равных э, будет ли развиваться это вот э взаимонаправленное движение. С одной стороны, попытки как-то залегализовать, попытки как-то зарегулировать. С другой стороны, ну, как бы отторжение живым телом интернета, э, попыток, которые слишком уж сильно его давят. Я думаю, что все-таки интернет — это не только технология, прежде всего, люди. Несомненно. Ровно настолько, насколько люди будут готовы принять регулирование, оно будет приниматься. Если оно разумное, если оно, разумно, если оно не, э, не создает для них дополнительных проблем. Да? Никто не против, того, что с педофилами надо бороться. Да? Это абсолютно нормальное как бы, требование государства или общества в отношении того, чтобы бороться с абсолютно вредным, опасным и неприятным контентом. Но с другой стороны, методы этой, например, не только этой, а методы, которые используются, могут оказаться опасными для других. Вещей, которые в интернете признаны свободными и, и не требующими ограничений. Кроме того, надо еще очень важно понимать, что инфраструктура интернета как, как среды, она стала настолько мощной, что она стала влиять на развитие государств. Даже очень крупных. И государства под воздействием этих изменений тоже меняются. Палка в двух концах тоже. Мы вот буквально недавно обсуждали это в выпуске программы. С одной стороны, действительно, Технологии новые, которые позволяют создать прозрачные, понятные взаимосвязи правительства, исполнительной власти и пользователя они делают более удобной и прозрачную работу государства ну, и э, понятные для пользователя. То есть форму 9 можно получить не с паспорта столе, а просто одной кнопкой, грубо говоря. Будет в перспективе, пока этого нет, к да, сожалению. Госуслуги активно как-то Да, они будут развиваться. С другой стороны, это ведь такая история, которую мы э, раз обсуждали с коллегами, это такое немножко в сторону Оруэлла. Когда мы все будем посчитаны, так вот, наш ID будет четко... Э, за, заточен в рамках какой-то одной системы, мы гораздо более контролируемы получаемся. Ну, на самом деле, мне хочется другое сказать, наверное, что то хорошее происходит, да, что в, так скажем, в, в государственные органы, связанные с нашей отраслью, приходит все больше молодых и адекватных людей. И это очень хорошо. А, то, что вот, насколько я знаю, Дмитрий Сатин, да, да, у нас там был недавно, вот он занимается чем-то же, да, при Министерстве Он связи. начал заниматься, то есть, возможно, Дима, именно Дима будет тем куратором, который отвечает за интерфейсы взаимодействия многих функции государства с гражданами. Ну, вот э, тот же Свердлов из Йоты, да, и даже вот министр связи наш э, Никифоров, это молодые, адекватные ребята, можно сказать, они, наверное, уже никогда, ну, то есть, возможно, на них сейчас или будут оказываться какие-то давления, ну, там, они не одни, конечно, там в, сидят наверху, но тем не менее, как бы каждый из них, он а уже по своей, как бы, отношению к жизни, по своей, как бы, как сказать, Социальная история, он нормальный современный человек, и, наверное, я надеюсь, что они просто не допустят каких-то совершенно вопиющих историй, да, типа того, давайте перепишем все компьютеры по номерам и будем выпускать в интернет по паспорту. Потому Но что, хочешь... в принципе. То, что о чем-то с ним, просто прерываю, а поскольку времени немного, действительно. То, что происходит, следующее: в работу правительства входят реально как операционные менеджеры, действующие профессионалы сети из коммерческого сегмента, и их усилиями действительно может быть очень сильно все перестроено. Но с одной стороны, создав управляемую, удобную систему, прозрачное государство, которое эффективно и понятно взаимодействует с пользователем, с своим гражданином и знает о нем все, кстати говоря. Сейчас нет такого, чтобы вот везде все было. Почему-то приходится бегать за справками. Потому что не взаимодействуют системы государственные между собой эффективно. Вот ребята построят, наши с вами знакомые и друзья построят это дело теоретически. И дальше вопрос, как это вывернется. И? И что? Как это вы вернется? А делал... потом они сойдут с ума и станут Адольфами. А, значит, история, ну, не не история, они просто история... это история... все пойдет в руки людей, которые решают вопросы, если они захотят пойти по тоталитарному пути, им будет это сделать гораздо удобнее. И гораздо труднее. На порядке труднее. Потому что, понимаете, история заключается в следующем мы постоянно, вот, столетие за столетием, даем обществу больше знаний о себе. Ну, особенно последние 10 лет. Нет, если вы посмотрите, например, что знало общество про э, э, среднего горожанина в э, средние века, ничего. Да общем, и не хотела знать. Не хотела знать, говоря. да. На сегодняшний день э, абсолютно... В рамках общественного договора общество знает о нас массу вещей, начиная от того, сколько мы налогов платим, где мы живем, какая у нас, какое у нас состояние здоровья и так далее. Эти все данные присутствуют. Они защищены какими-то законами, но на самом деле, как показывает, например, развитие в Америке ряда движений, что люди готовы отдавать эти данные, в том числе абсолютно открыто. Да? Например, есть такое движение... Если принимают пользу от этого. Да, есть такое движение Quantify Self в Америке, да, как бы, которые придумали основатели журнала Wired, э, Кевин Келли, Стюарт Брант и, соответственно, Крис Андерсон. Э, это люди вешают у себя датчики, чтобы знать, сколько у них, как у них меняется частота там, биения сердца, давления и так далее, просто когда они живут, потому что это абсолютно бесценные данные для врачей. Вот. Это движение набирает силы. Они открыто выкладывают их в интернет. Twenty Free and Me. Кстати, вот к вопросу о специфических социальных сетях. Это данные, это, это женская социальная сеть по борьбе с раком груди, где люди выкладывают, сейчас уже расширившиеся за пределы этого, которые, которые, выкладывают данные о своих диагнозах, о своих анализах и так далее в общий доступ. Потому что это позволяет найти лекарство, потому что это позволяет бороться. Нас заканчивает, нам, к сожалению, осталось буквально несколько секунд. — Одним словом, вот это вот взаимодействие, взаимонаправленное движение, попытки зарегулировать и здоровое отторжение местами, оно будет продолжаться в будущем году, как тенденция, да, я понимаю, и в общем, свидетелями а этого... — А дальше нас ждет столетие Великой Октябрьской Столитической Революции, вот к этому году все напряжется как раз. — На этом все, друзья, с наступающим вас Новым Годом, это были программы сегодня», Анна Артамонова, Василий Гатов, меня зовут Максим Спридонов. всего доброго.